Избирательные участки без света не останутся. В Самарской области к работе подготовили 828 резервных источников электроснабжения. Они могут быть задействованы в случае непредвиденных аварий. Впрочем, вероятность последних сведена к минимуму. Подготовку объектов энергетики к работе в период с 17 по 19 марта сегодня обсуждали на внеочередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. В нем приняли участие представители технадзора, МЧС и менеджеры крупнейших сетевых организаций региона. Руководитель областного правительства Александр Нефедов озвучил комплекс мер, необходимых для бесперебойной работы объектов электроснабжения во время проведения выборов. Должны быть приняты все необходимые меры. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, утверждена схема оповещения о возможных внештатных ситуациях, проведены дополнительные инструктажи с персоналом. Должна быть 100% готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в максимально сжатые сроки в случае нарушений электроснабжения избирательных участков. В свою очередь, представители сетевых организаций доложили о назначении дежурных бригад, проведении учений по ликвидации аварий и контрольных проверок на энергообъектах.